Если вы измените свою парадигму, вы измените свою жизнь. Если вы хотите изменить свои результаты, есть одно главное условие. Вы должны. Сейчас идет очень много разговоров о парадигмах. Ведь мы имеем дело с парадигмами всю нашу жизнь. И поэтому мы очень заинтересованы в том, чтобы помочь людям понять и изменить их парадигмы. У вас может возникнуть вопрос, а что такое парадигма? Парадигму можно сравнить с программой, которую вы устанавливаете на свой компьютер. Эта программа будет работать так, как она запрограммирована, пока вы не измените ее. Она будет продолжать выдавать одни и те же результаты и работать точно так же до тех пор, пока вы не решите ее изменить. По сути, это и есть парадигма. Парадигма — это программа в вашем подсознании, которая в огромной степени контролирует все ваше привычное поведение. И это на самом деле так. Если вас не устраивают те результаты, которые вы получаете, то просто поймите, что результаты вызваны вашими действиями. Проследите результат обратно к действию. Что вызывает это действие? Это идея в вашем подсознании. Видите ли, вы уже знаете, как добиться намного большего, чем сейчас. Но проблема в том, что вы делаете совсем не то, что вы умеете делать. И это все из-за того, что в вашем сознании имеется необходимая информация о том, как это сделать. Но вот в вашем подсознании эта информация отсутствует. Ваше подсознание, возможно, даже запрограммировано на то, чтобы делать прямо противоположное. И пока вы не измените программу у себя в подсознании, ничего не изменится. Если вы хотите изменить свои результаты, есть одно главное условие. Вы должны изменить свою парадигму. Вы знаете, как можно достичь большего. Для этого у вас есть вся необходимая информация в вашем сознании, но она не может контролировать ваше поведение, а ваши результаты напрямую зависят от вашего поведения. У вашего подсознания есть программа, и она называется парадигма, и она влияет на все ваши результаты. Поэтому пока вы не измените парадигму, ваша жизнь не изменится. А прямо сейчас я хочу провести вас немного дальше и рассказать вам, как изменить свою парадигму. Потому что это настолько важная тема, что я уверен, ее нужно доносить каждому ребенку в очень раннем возрасте. Потому что парадигма буквально контролирует всю нашу жизнь. И если вы знаете людей, которые постоянно жалуются на то, что они устали жить такой жизнью, которой живут, это их парадигма, которая контролирует их жизнь. Но вот они ничего не знают о ней. Парадигма — это наш привычный способ воспринимать все вокруг, действовать и жить так, как мы живем. Теперь подумайте. Парадигма — это программа в вашем подсознании, которая контролирует все ваши действия. То, что вы знаете, не может контролировать ваши действия и ваш сознательный ум. Вы можете обладать всеми необходимыми знаниями. Вы можете знать, как достичь намного большего, но вы этого не делаете. И сейчас я вам расскажу, что нужно сделать, чтобы изменить свою парадигму. Парадигма — это программа в подсознании, которая управляет вашими действиями и производит результат. Результат, который нас не удовлетворяет. Приведу пример. Каждое утро вам очень сложно проснуться и встать с кровати. Из-за этого вы просыпаетесь очень поздно, вы постоянно опаздываете, и из-за этого у вас возникают всевозможные проблемы. Однако это уже имеющийся результат. Каждый ваш день начинается с того, что вы опять проспали. А теперь я скажу, что вам нужно сделать. Первое, вы должны поставить будильник как можно дальше от своей кровати. И второе, вы должны сделать кое-что перед тем, как пойти спать. Перед тем, как вы ляжете, скажите себе, «Завтра утром, как только я проснусь, я встану с кровати». «Как только я проснусь, я сразу встану с кровати». Скажите именно так. Дайте себе приказ. И после этого идите спать с этой мыслью в голове. Завтра утром вам все равно нужно будет встать, чтобы выключить будильник, поэтому вы в любом случае встанете с кровати. И если вы будете делать это несколько дней подряд, может быть неделю, две недели, месяц, вы измените шаблон своей привычки. Когда меняется ваш привычный паттерн, меняется ваша парадигма. Вам нужно начать с результатов, которые вы хотите получить, и понять, какие действия вызывают эти результаты.
И после этого вы меняете причину результата. Поэтому вместо того, чтобы сказать себе «я люблю поспать», «я отложу будильник», вы говорите себе «как только я просыпаюсь утром, я сразу же встаю и остаюсь на ногах». Именно так это и работает. Сначала вы смотрите на результаты, которые вам не нравятся, после чего вы меняете их причину, меняя модель поведения. Если вы измените свою парадигму, вы измените свою жизнь.